Меня зовут сестра Рита Курочкина. Я работаю в детском приюте Копчегай в Казахстане. В этой стране коммунизм, он принес огромное опустошение. Многие люди перестали верить в Бога. Многие дети попадают к нам, которые испытали очень много травматизма в своей жизни. Они были свидетелями, как родители их пьют, иногда бьют, и они убегали из дома. Хотя ситуация очень тяжелая, мы стараемся выходить этим детям навстречу и творить для них семью. У нас здесь работает три сестры. Сестра Вера, сестра Самуэла и я. Катерина, слушай, еще 3 минутки, хорошо? С нашими детьми мы находимся постоянно, круглые сутки, 7 дней в неделю. Очень важно для нас, чтобы наши дети, они развивались. Мы учим с детьми уроки, ведем их в школу, забираем со школы, водим на разные кружки. Очень важно для нас, чтобы они развивали то, что им нравится, свое хобби. Для нас самым большим вознаграждением будет то, если наши дети вырастут добрыми и хорошими людьми. Спасибо вам огромное за то, что вы нам помогаете, всегда нас поддерживаете и что можем всегда на вас рассчитывать. Спасибо вам большое!